«Моя первая выставка». Под таким названием в Люберецкой картинной галерее показала свои работы юная люберчанка Наталья Мурова. За 5 лет обучения в детской художественной школе она написала порядка 30 картин. Выставку посетила наш корреспондент Мария Кузьмичева. Совсем еще маленькой девочкой тогда Наташе Муровой было 11 лет, пришла она в детскую художественную школу и практически ничего не умела рисовать. Прошло 5 лет, и теперь она выставляется в Люберецкой картинной галерее. Старт ее художественной дороги дала пушкинская «Золотая рыбка», которую уже на первом занятии нарисовала художница. Сейчас в ее коллекции порядка 30 работ, 22 из которых выставлены сегодня. Тут и рисунки, и живопись, и композиции, но больше всего мне нравится живопись и портреты. Я очень, возможно, примитивна, но люблю слушать музыку, особенно классику. Именно вот она меня вдохновляет. 10% вдохновения и 90% трудолюбия. Выпускницу художественной школы не раз отмечали педагоги именно за ее усердие и нацеленность на результат. Особо легко ничего не дается, потому что это все творчество – это большой-большой труд, фактически один труд. Дело в том, что она очень ответственно относится к своей работе, очень сосредоточена, увлеченно, не отвлекаясь, как другие дети, на телефоны. Оценили работы юного дарования и знаменитые люберецкие художники. Секретами мастерства поделился с ней член Творческого союза художников России Юрий Черепанов. Чувствовать, мыслить, 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 мыслить. И тогда разрабатывать движение карандашов, чтобы было легко, быстро и точно. Вот. И для этого нужно рисовать простейшие предметы, какие попало. По окончании обучения в детской художественной школе Наталья Мурова мечтает стать дизайнером. Но, как признается художница, рисовать не бросит и продолжит выставлять свои уже новые работы. Первая выставка Натальи Муровой продлится до 4 января. Мария Кузьмичева и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.